вам эти заявки вот добродели, каждый как бы год постоянно пытается, что в первый год есть отписка от прошлого года, что в прошлом году не успели, в этот год, точнее, 18, на 19, в 19 вот мы с вами общались, уже переносим на следующий. То есть задача управления ЖКХ стоит простая. В первую очередь взять в работу те адреса, где есть социально значимые объекты. То есть школы, садики, ну, подходы, да, соответственно. В этом году мы будем заниматься только проектированием. То есть сейчас все деньги, которые у нас есть на эти вещи, мы их все пускаем только на проектирование. А в следующем году, то есть в этом году будем подавать заявку, а на следующий год уже будем соответственно осуществлять монтажные работы. Ну, смотрите, здесь мы можем ответить вопрос, что поставить, скажем так, двойную работу, да? Дополнительный, да? Ну, либо дополнительный, либо поставить двухрожковый, да? И, по крайней мере, на этом этапе, чтобы, получается, поставили дополнительный, это должно быть уже официально сделано. Ну, письмо обязательно. Я могу в этом году попланировать увеличить мощность и попробуем, и быстрее надо сделать, чтобы дойти к тому. Она у нас не работает, не работает уже давно. Сколько? Она где-то с 2004 года не работает. 2000-го она уже стояла. Но она стояла изначально, она работала. А ставил кто? А кто его знает, кто его ставил? Мы сюда давайте мы их срежем. Включалось из-под домового учета, то есть из-под вашего дома. Они откуда-то с щитовой РУ. То есть в нашей РТП они никогда не включались. Не было. Да, Пионерскую 15 у нас есть уже на следующий год. Недополнительно. Да. Значит, туда яйца в приоритет поставь на следующий год. Все, в приоритете. Хорошо. Возьмите. Да, значит, ваш адрес у нас есть. Прописан здесь. Мой родной. У нас году еще не было. Поэтому я гарантию вам даю. Да, вы отдайте, Наталья, придите сегодня вечером. Если будут общие эти вопросы, а в конце подойдете. Вообще, если придете. Сфотографировать. Я могу вам все отдать. А прям вот так? У нас в компьютере это все есть.